Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. На минувшей неделе в городском округе Люберцы прошли несколько крупных спортивных соревнований. Об итогах доложил председатель комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы Владимир Сурков. Спортивный праздник в рамках проекта «Спорт в каждый двор» прошел 17 июня в деревне Марусино Люберцы. В нем приняли участие более 500 жителей городского округа разных возрастов. Люберчане смогли поиграть в мини-футбол, настольный теннис, волейбол, лазертаг, спортивные эстафеты, спиртягивание каната. Все победители были награждены организаторами медалями и грамотами. Власти округа решили в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» еженедельно принимать не менее 5 подъездов после ремонтных работ. Также на территории городского округа продолжается профилактический ремонт котельных. Ведется профилактический ремонт на котельных. Это первый Панковский проезд. Также отключены дома на поселках Вуги, Октябрьский, 403. Также ведется переврезка теплотрассы на ЦТП-6. Проворов отметил, что Люберецким водоканалом продолжается замена пожарных гидрантов в связи с подготовкой к зиме по адресам городок А, второе отделение полиции, дом офицеров. О задержании дорог областного значения рассказал начальник Раменского подразделения Мосавтодор Игорь Титов. Согласно его докладу, на прошедшей неделе начали устранять рекламные баннеры на дорогах округа. В том числе на Люберецкой эстакаде, на 4-й. И на карте Краскова, Коренева, Торбеева нанесена горизонтальная дорожная разметка. Ямочный ремонт за неделю сделано производственным комплексом Раменской 90 квадратных метров, ДЭПом 220. Всего с начала года 4788. Также в Люберцах продолжается ремонт тротуаров на улицах Преображенская, 8 марта и Октябрьском проспекте. Об этом доложил начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций городского округа Люберцы Дмитрий Баранов. Исполнено поручение по устранению, устранению рекламы запрещенных курительных смесей в Люберцах на остановке больницы, а также в Томилино на улице Пушкина вблизи дома 34. Произведена уборка порубочных остатков на улице Шевлякова у дома 15. На контроле остаются поручения по эвакуации бесхозяйных автомобилей у дома 20 по улице Кирова, а также у дома 2А по улице Митрофанова. Баранов добавил, что в поселке Коренево открылась новейшая амбулатория, рассчитанная на 10 тысяч человек. В лечебнице городского округа будут работать квалифицированные специалисты, терапевты, педиатр. Также для пациентов предусмотрен процедурный кабинет. Первых посетителей медучреждения ожидают в начале июля. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.